продолжение темы благоустройства глава города Твери Алексей Огоньков провел выездное совещание, в рамках которого проверил ход работ по благоустройству Мигаловской набережной в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. О том, как меняется эта общественная зона, наш следующий сюжет. За ходом работ здесь внимательно следит и глава Твери, и все местные жители. Мигаловская набережная – одна из основных общественных территорий Пролетарского района. Ее благоустройство существенно поменяет берег Волги в этой части города. Работы ведутся в графике, основной объем уже выполнен. В частности, забетонирована почти вся подпорная стенка, заканчивается укладка георешетки и обустройство ливневки. Также проведены работы по планировке тротуаров, в некоторых местах уже высаживают газон. В 12 парковочных карманах уложен нижний слой асфальта. Появились и новые идеи для того, чтобы эта общественная зона стала еще комфортнее. Формируется не только благоустройство самой набережной, но и проводится ремонт дорог прилегающих. Три дороги будут здесь полностью ремонтироваться. Такое у нас стихийное место отдыха, но оно тоже неплохое. Возможно, мы здесь сделаем из этого стихийного пляжа хорошее, качественное место отдыха для горожан. Со спуском, с берегоукреплением, с тротуаром он здесь предусматривается. Благоустройство набережной ведется под контролем администрации города. На объекте регулярно проводятся выездные совещания с подрядчиком для решения текущих вопросов. Известно, что уже приобретены лавки, урны, спортивные тренажеры и детская площадка. В ближайшее время начнется работа по их установке. Напомним, Мигаловская набережная – один из основных объектов, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в 2021 году. Объект был выбран по результатам рейтингового голосования в марте 2020 года, в котором приняли участие более 27 тысяч жителей нашего города.